21 июня, в канун Дня Республики, во Дворце культуры имени Якова Куксая, город Чебоксар, состоится праздничный сборный концерт популярной эстрадной группы «Юрураган через М», продюсер Владимир Рыбкин и фольклорного ансамбля «Сельспель» руководит Светлана Федорова из села Михайловка Цивильского района. В программе старые и новые хиты на чувашском и русском языках в исполнении группы «Юрураган через М», чувашские народные песни в исполнении фольклорного ансамбля «Сельспель», новые песни на слова поэта-песника Варам Полюка в исполнении популярных артистов чувашской эстрады, а также зажигательные танцы и юмористические номера. Ведущий концерта – всеми любимый популярный шоумен Евгений Григорьев. Начало концерта – 18:30. Билеты можно приобрести в кассах города. Телефон для справок – 8-917-678-7752, 8-987-127-2359.